Она не приветствует вас, и давайте для начала попробуем определить так. Ссора, частая ссора, системная ссора не является самобытным явлением, то есть явлением в себе. Явлением в себе является причина, по которой эти ссоры происходят. И, соответственно, необходимо выявить что-то общее из этих ссор. Общая из причин, по которым вы ссоритесь. Причина укажет на наличие проблемы, и этой проблемы нужно решать. Решать ее корень. И поэтому, отвечая на вопрос, получится вообще у вас что-то в будущем, можно сказать так. Если проблему вы решите, которая провоцирует ссору, если поймете своего мужчину, почему он ссорится, поймете себя, почему ссоритесь вы, и научитесь где-то сглаживать углы, где-то уступить, где-то направить мужчину правильно, то у вас все получится. Но если ситуация останется на том же уровне, что и сейчас, то, может быть, у вас и будет свадьба, но вот семейная жизнь вряд ли принесет вам счастье, потому что ссоры продолжатся, и они будут больше, и последствия у них будут, наверное, еще более серьезные, чем сейчас, потому что пока вы свободные люди, а здесь свадьба вас свяжет друг с другом, и эта несвобода может негативно повлиять на ваши отношения. Поэтому нам необходимо все-таки проработать именно изначальные причины ссор для того, чтобы определить возможность решения проблем. А пока желаю вам удачи и всего доброго. Надеюсь, вы примете верное решение и проработаете более подробно свои проблемы. Если какие-то вопросы появились, обращайтесь в личку.